Владимирович! Владимирович, ты дома? Ты кто? Что тебе надо? Я тебя не пускал. Как будто за себя. Я представитель банка. Да какой ты представитель? Ты обычный бандит. Не смотри, я с тобой. Вы коллектор Михаил Курганов. Вы единственный, кто отдаст мне этот дом. Взял, отдай, уж так будет. Скажи, что надо сделать. Я все сделал, я клянусь тебе, все сделаю. Все, что ты скажешь. Все, что ты пытаешься сделать, это оттянуть время. Все, тихо. Извините, что прерываю ваши шепталки. Тебе выпала честь выбрать, как умрет твоя жена. Ты знаешь, что я хочу.